Николаевском районе во время рейда на автомобильной дороге Самара-Волгоград инспекторы полиции остановили для рядовой проверки отечественную легковушку. В салоне 14-й сотрудники правоохранительных органов обнаружили 19 мешков с живыми раками общим весом 230 килограммов. На месте незаконного вылова были обнаружены 50 раколовок. Свой браконьерский улов задержанный планировал сбыть в городе Волгограде. Изъятых раков полицейские отпустили в естественную среду обитания. В отношении водителя проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Полицейские установили, что мужчина добыл раков в реке Яруслан Старополтавского района. Все 230 килограммов ракообразных выпустили сразу же обратно в естественную среду обитания. Диана Бакулина при поддержке пресс-службы ГУМВД России по Волгоградской области. Телеканал «Волгоград-1».